трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские чиновники начали реагировать на предложение одного из депутатов Госдумы о том, чтобы пересадить госслужащих на «Лада Веста». Идею раскритиковал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во-первых, он назвал «Весту» городской семейной малолитражкой. Далее цитата. «Я в сутки проезжаю иногда по 800 километров. Если я поеду это расстояние на такой машине, я не представляю, что со мной будет на следующий день. Она хорошая машина, но это не машина на дальние дистанции». Напомню, что депутат Госдумы говорил не об обычной версии «Весты», а удлиненной, с кожаным салоном и раздельным задним диваном. Трасса 101. 42 миллиона 400 тысяч, именно столько легковых машин агентство «Автостат» насчитало в России на начало 2018 года. Самая распространенная легковушка – «Лада», почти 18,5 миллионов экземпляров. На втором месте – почти 4 миллиона штук – «Тойота». Третью строчку занял «Ниссан» – 2 миллиона авто. Также в первой пятерке – «Хёндэ» и «Киа». Как ранее сообщало агентство, за последние 10 лет число легковых автомобилей в нашей стране выросло в полтора раза. Трасса 101. Врач-психиатр Российского министерства здравоохранения Зураб Кикилидзе назвал рекламу автомобилей чересчур агрессивной. Специалист недоумевает, почему в роликах присутствуют слова «дерзкий» или «заставлять себя уважать». Вместо этого, считает доктор, надо делать упор на безопасность вождения и уважительное отношение к другим водителям. Трасса 101. В России начался прием заказов на новое поколение Audi A8. Минимальная стоимость седана – 5 миллионов 935 тысяч рублей. Продается он в двух модификациях – со стандартной и удлиненной колесной базой. Двигатель во всех случаях бензиновый, трехлитровый, мощностью 340 лошадиных сил. Привод полный, подвеска адаптивная, пневматическая. Интересно, что бортовая сеть у новинки 48-вольтовая. Имеется стартер-генератор, который рекуперирует энергию при торможении. Если убрать ногу с педали газа на скорости от 55 до 160 км в час, мотор перестанет работать, авто будет двигаться накатом. При воздействии на педаль силовой агрегат снова запустится. Американские специалисты на основе отзывов автовладельцев составили рейтинг марок по степени их надежности. Подсчитывалось число неисправностей на 100 машин за последний год. Меньше всего нареканий вызвали авто марки Lexus. Первое место. Вторая позиция досталась Porsche. Третья – Buick. Самой ненадежной признана продукция Chrysler, Land Rover и Fiat. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.